Россия в ближайшее время готова поставить Ирану вторую партию противовоздушных систем С-300 и ожидает выполнения финансовых обязательств иранской стороны. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин. Напоминаем, что уже сейчас в распоряжении Ирана уже есть несколько комплексов С-300. Контракт на поставку Тегерану противовоздушных систем был заключен в 2007 году. Его сумма оценивалась в 900 миллионов долларов. Однако тогда он не был реализован из-за введения пакета санкций в отношении Ирана. Россия фактически присоединилась к санкционному режиму и в 2011 году приостановила исполнение контракта. Тегеран подавал иск в отношении России в Международный арбитражный суд за невыполнение контрактных обязательств, намеревая заискать с Москвы более 4 миллиардов долларов. Впрочем, в апреле 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин снял запрет на поставку Ирану систем С-300, после чего Тегеран отозвал свой иск против России и оплатил часть контракта. Поставки начались весной 2016 года.